И я официально от имени губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова даю официальный старт открытия Олимпийской деревни. Свершилось. В выходные для самарцев открылась настоящая олимпийская деревня. 15 площадок для детей и взрослых. 3 катка, 3-километровая лыжная трасса с подсветкой в вечернее время. Для юных спортсменов – площадки для забавного кёрлинга с чайниками и хоккея. Площадка для игры в снежки «Юкигасен». Аттракцион «Прыгни как Соболев», «Тир», «Гигантский кикер». Для самых маленьких посетителей терем «Снегурочки» со сказочными квестами, 2 высокие горки, лыжно-беговелы, инклюзивный парк и арт-аллея снеговиков. Для тех, кто замерзнет и проголодается, есть возможность поесть на фудкорте и погреться в вагончиках-теплушках. 2-летняя Полина написала письмо Деду Морозу и сама положила его в почтовый ящик. Вместе с мамой они успели покататься на санках и паровозике. Нам очень нравится здесь, хорошая организация, письма написали, отправили. Надеюсь, Дед Мороз получит их. Вот, горки, ну все хорошо. Мы очень хотим приехать на Новый год, посмотреть концерт, фейерверки. Вот, так что со всеми встретить, со всей Самарой встретить праздник. Время работы деревни каждый день с 12 до 22 часов. До 8 января гостей деревни ждет программа зимних развлечений для всех возрастов. Олимпиада в валенках, заезд на собачьих упряжках, забег в новогодних костюмах, лыжный спринт, регби на снегу, мастер-класс от паралимпийцев региона, показательные выступления по фигурному катанию. Для удобства посетителей от остановки Алма-Атинска до парка курсируют бесплатные шаттлы. Строительство спортивного комплекса активно продолжается. В планах на грядущий год, по словам министра спорта Дмитрия Шляхтина, строительство футбольного манежа и крытый бассейн. Работать деревня будет круглый год. Во-первых, пространство большое. Во-вторых, стараемся сделать хорошую логистику, много парковочных мест. Ну и все, тут же лес, тут же свежий воздух, тут же великолепные возможности все-таки раскрыться, как большой такой, знаете, новый инфраструктурный комплекс. В праздничные дни для гостей Олимпийской деревни подготовлена насыщенная новогодняя программа. 31 декабря всех желающих ждет лыжный марафон на 5 километров. 1 января – шуточный забег Дед Морозов на 2 километра. 4 января самарских лыжников ждет спринт на лыжах – 100 метров. Вход свободный, площадки бесплатные. Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков, события.